Тамара Ивановна Медведева к каждой поездке готовится как на праздник. Тем более есть повод встретиться с подругами по совету ветеранов. Как пообщаемся, так становимся вроде бы моложе на несколько лет. Душа поет, хочется что-то еще делать. И не смотри, не кажется, что нам уже всем 80. Но в душе кажется нам все, что 17 лет. Хочется жить, твориться, работать, общаться. Это путешествие для самарских ветеранов не первое. В мае круиз до Волгограда, в июне до Перми. Труженики тыла, блокадники, участники боевых действий времен Великой Отечественной говорят, что лучшей наградой за их подвиги могут быть только мирное небо и волжские просторы. Эта поездка, конечно, очень кстати, и мы очень благодарны за ту заботу, которую проявляют о ветеранах нашей области. На борт теплохода Валерий Чкалов почетные туристы поднимаются бодро. Поездка в Винновку завершает сезон волжских путешествий для самарских ветеранов. Погодка нам благоволит, дождя нет, тепло, сегодня даже 27 обещают. Надеюсь, что закрытие будет, пройдет в режиме, в таком настроении приподнятом. Шестичасовая эта прогулка, то есть мы 2 часа идем до Винновки, 2 часа у нас экскурсия вот, в мужской монастырь, и 2 часа мы возвращаемся в Самару. Выезды на природу, экскурсии, культурный отдых для самарских ветеранов стараются организовывать каждый месяц. Сами они говорят, о такой старости можно только мечтать. Андрей Трой, Алина Чемерис, Сергей Баскин. События.